О том, что супермаркет «Сухум» в ходе пожара сгорел полностью, жители столицы и не только активно обсуждают уже неделю, рассказывает администратор торгового объекта Фатима Амичба. Но эти слухи не соответствуют действительности. В этом наша съемочная группа убедилась лично. При пожаре, который произошел 28 ноября, сильно пострадала лишь фасадная часть объекта и 4 прилегающих к ней магазина. За это время проделана очень большая, очень серьезная, грамотная, трудолюбивая работа. Хочу сказать спасибо всем, всему коллективу, работникам, которые как одна семья встали все рядом и сделали очень большую работу. Многие магазины открылись, работают, такие как «Домашний очаг», «Стоматология», «Парикмахерская», «Техника», «Отдел техники». Многие открылись, многие уже работают, привели в порядок свои рабочие места, находятся на рабочих местах. Многие посетители приходят и могут, соответственно, сделать покупку. Но чтобы самый крупный торговый центр «Сухума» начал свою работу полноценно и как можно быстрее, строительные бригады работают ежедневно и без выходных. Демонтаж сгоревших конструкций позади. Сейчас этап сварочных и восстановительных работ. На сегодняшний день, значит, вот демонтаж мы завершили еще дня три назад. И вот начали как бы монтировать заново то, что было сгорело. Вот надеемся, что, конечно, под дожди мы попадаем все равно, естественно. Вот. Но все равно уже перекрытия произведены, основные там вот в зале, в той части. Ну, как бы так. А работ так еще предстоит много впереди, фасадную часть и прочее. Но самое главное в дальнейшем, естественно, запустить зал. Магазин Тимура Лукашова «Apple Сухум» от пожара практически не пострадал. Сотрудники центра провели генеральную уборку и открыли двери для покупателей. После пожара, то есть, мы провели немало работ по восстановлению, по очистке. Слава богу, до нас огонь не дошел. В сравнении с нашими друзьями у них много ущерба, но сегодня мы восстановились. Сегодня мы провели очистные мероприятия и работаем в прежнем режиме. С вчерашнего дня мы запустили уже магазин, и также с полдесятого до 9 вечера мы ведем полный как бы курс услуг по нашей компании, обслуживаем клиентов и считаю, что восстановились, но пока маркет весь не работает, но ожидаем в ближайшее время, что он откроется, и покупатели опять вернутся к нам. Впрочем, покупатели «Сухум-маркета» вернулись гораздо раньше. Луиза Даваджан, несмотря на чрезвычайное происшествие, как и прежде, постоянный клиент торгового объекта. Я как ходила в этот магазин, и так и продолжаю ходить, потому что это только фасад, сгорел фасад магазина. Все внутри остальное, все качество товара, ничего не менялось, все то же самое. И я рекомендую покупателей, пускай приходят и покупки делают, как и делали. Полноценно супермаркет «Сухум» начнет функционировать ближе к Новому году. По словам администрации, торговый объект встретит всех покупателей праздничной атмосферой и нарядной новогодней елкой. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.